Утром 19 марта в оперативно-дежурную смену регионального центра поступила информация о сходе 19 вагонов грузового поезда на перегоне Талдан-Бурында Скоровадинского района Амурской области. В результате схода 15 вагонов из 19 совершили опрокидывание, имеются повреждения двух опор контактной сети и железнодорожных полотен как четного, так и нечетного сообщения. В настоящее время фиксируется задержка одного поезда с сообщением Нерюнгри и Хабаровск. Непосредственно в районе происшествия сосредоточена группировка аварийно-восстановительных поездов с задачей к 19 часам местного времени завершить аварийно-восстановительные работы и обеспечить прохождение пассажирских поездов по данным направлениям. В связи с происшествием сведений о жертвах либо пострадавших нет. В целом сил сосредоточено достаточно. Общая группировка составляет 77 человек и 13 единиц техники. Работы продолжаются. Ситуация продолжает находиться на контроле Дальневосточного регионального центра.